Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Меня зовут Заяна, это канал вязания Заяру. Сегодня у нас уже понедельник, 12 декабря, и я снимаю свои продвижения за неделю. Прошу прощения за свой голос, не знаю, как у меня получится снять, я немного приболела. Но такое в жизни тоже бывает. И покажу, что же у меня получилось. У меня получилось две готовые работы за эту неделю. Вязала я немного, буквально дня три, наверное, смогла посвятить вязанию, а все остальные дни у меня были просто заняты. Не просто заняты, а катастрофически не хватало времени вообще ни на что. В понедельник, я вам говорила, у меня день рождения было у старшего сына 15 лет, и я накрывала два стола, один для детский стол был 4 часа, потом в 6 часов вечера у нас взрослый стол был, мне пришлось и приготовить, и убраться, ну то есть и так далее. Потом на следующий день у меня уборка была. Так вы понимаете, что времени не хватило. И, следовательно, еще и завтра у меня мероприятие. Так что не знаю, что у меня получится. Так, показываю вам свои продвижения. Показывала я это на платформе Дзен. Добивание довязано, так как у меня видео продвижения за неделю выходят и тут, там, и там. То есть на YouTube и на Дзен, то вам тоже здесь в этом видео покажу. Вяжется у меня... Вот такая модель, красивая журнала. Так, здесь что написано? Special. Верена, наверное. Верена Special. И вот описание. Пуловер с рукавами кимоно. То есть здесь цельновязанный рукав. Я, конечно, немного по-другому вяжу. Расчеты у меня свои, пряжа другая и спицы то же самое. Абсолютно другие. Здесь вяжется спицами номер 4, я вяжу спицами номер 3. И пряжа у меня троицкая, очень тоненькая. Вот такой это второй моточек только в работе. И от этого маркерочка я измеряла 12 сантиметров у меня провязано. То есть два рапорта вверх я провязала. Вот так вот смотрится этот рисуночек. Очень красиво, нежно. И я делаю прибавки в каждом втором ряду. Вот для рукавов. Цельно вязанный будет рукав. Это у меня только одна деталь. Скорее всего, спинка. И потом продолжу вязать перед. Так, это первый процесс, который я продвигала. Второй процесс, который я продвигала. Так, это фиджи. Я уже завершила. Это мой бомбер. Вот, видите, я набрала два рукава. Один, второй. Вяжу. Ну, пока только набрала резиночку, надо провязать, а потом уже переходить на узор. Вот я вам показывала одну полочку. Я ее завершила. Не помню, здесь или здесь. Ну, то есть, вот завершила я полочку, и вторую полочку я тоже связала. Вот у меня теперь готово две полочки. И спинка у меня тоже готова. Осталось два рукава связать, пришить и, конечно же, сделать обработку. Здесь 60 сантиметров длина полочки и ширина полочки сантиметров будет 35-40, наверное. Да. Ну, 35 точно будет. 40 под сомнением. Просто сантиметра под собой нет. Это красивый такой узор с японской книги узоров. Затем я продвигала мужской джемпер. Рукавчик. Дошла я до манжета, и вот от этого маркерочка, вот посмотрите, вот такие у меня продвижения. Здесь сантиметров, по-моему, 20 было, 19,5 сантиметров я провязала. Вот теперь со спокойной душой могу переставить маркер и буду продвигать. Мне нужно до пятницы продвинуть, чтобы снять видео в совместном проекте «Добиваю недовязы». Вяжется очень долго, боже, я уже устала от него. Кто бы только мне помог бы это довязать. Ну и теперь остановимся на готовых работах. Вот они такие маленькие. Это я связала варежки для, на возраст 4 годика из пряжи фиджи. Вот все, что у меня осталось. У меня было полтора моточка. И вот, я не знаю, хватит мне на снуд или нет, но я попробую связать. Скорее всего, здесь будет грамм 70, наверное, будет. Я их перевязывала. В пятницу я показывала, что я начала их вязать. Я все равно опять распустила до резинки. Сделала прибавки после резинки. И затем завершила. Вот вчера я их связала. Вот села за раз. И вот варежки связались. Затем я вязала свитерок для собачки. Точно так же я распустила до вот этих вот укороченных рядов. Провязала заново и сразу делала убавки по краям.
Потом набрала петли и провязала резиночку 1 на 1 и эластичное закрытие сделала. Точно так же рукавчики я провязала 4 ряда, потом перешла на резиночку, и все это готово. Примеряли мы на собачку до резиночки, до тех пор, пока не связана была резиночка, и вот хвостик начинается. Вот после синего цвета у него собачки хвостик. У меня, к сожалению, фотографий нет, я это отдам своей сестре, у них ёшкерский интерьер, насколько я знаю. Я вообще в собаках ничего не понимаю, ни пород не знаю, ничего. У нас собак нет. Вот такой подарок будет собачке на Новый год. Вот, я вязала из остатков пряжи, вот два маленьких клубочка у меня осталось. И еще одна работа, это жилетка, которую я вам показывала в прошлый раз. Немного мне не хватило, глаза горят, наверное, у меня температура, скорее всего, но я все равно снимаю, потом таблеток наглотаюсь, у меня куча дел сегодня. Вот, не хватило мне пряжи, я добавила коричневую пряжу и стала обрабатывать край проймы. Провязала я 4 ряда, а теперь сшиваю по изнаночной стороне, вот смотрите. Так аккуратно это выглядит. Вот такой аккуратный вот край будет коричневого цвета. Горловину точно так же сделаю. И вторую пройму точно так же обработаю. И по косе, посмотрите, пропустила я тесьму. Видите, коричневая. Связала цепочку из воздушных петель и пропустила в косу, чтобы как-то органично это смотрелось. Потому что у меня спинка одного цвета, а перед... Перед у меня немного не хватило пряжи, я решила вот так выйти из положения. Попробую доделать, примерю, если мне не понравится, я буду переделывать пройму. Еще хочу какие-нибудь бантики тут придумать, потому что жилетку я вязала на сына, а на сына мне не хватило пряжи. Тогда я решила на дочку вязать. Ну вот, и как-то надо это все украсить, чтобы девчачий был жилетик. Пряжа такая темная, больше на мальчика подходит. То есть 2,5 работы у меня сделано за эту неделю готовые. На сегодня все, мои хорошие. Пока-пока. Вот такой короткий у меня отчет. До новых встреч. Увидимся в других роликах.